Re, viss ēters ir te! В каком-то смысле свобода – это как воздух. Пока им дышишь, так и не замечаешь. Начинаем понимать, что это такое, только когда не хватает. Но это так, образно. Свобода. Для меня свобода – это, в первую очередь, свобода творческая. Я свободен выбирать, что исследовать, какими идеями увлекаться, что доказывать. В мире науки свобода значит, что нет границ, нет идеологии, нет обязательных правильных тем, обязательных правильных терминов. Свобода в том, что мы можем вместе сойтись с учеными Франции, Германии, Литвы, Латвии и вместе думать о том, как построить квантовый компьютер. И свобода, она опьяняет, свобода вдохновляет. Чем больше ты ее в своей жизни ощущаешь, тем больше тебе хочется, как свежий воздух в лесу. Такая она, неуловимая. Даже когда я пытаюсь словами ухватить, что такое свобода, я ее уже чем-то ограничил. Это такой дух, который движет человека.